Вашингтон. Пробираемся через пробку. Подъезжаем уже к центру города. Смотрю, сегодня у нас с утра пораньше солнышко встало. Уже как-то приятнее, веселее, да? На душе становится. И опять мы едем в порт Эверетт, где вчера были. Так что дорогу я уже туда не буду снимать, как туда добраться. Если кому-то надо порт вчерашнее кино, посмотрите. Сегодня просто покатаемся, порычим немного, трубы прогреем. Ну а вам что? Вам желаю хороших просмотров, прекрасного настроения на сегодняшний день. И погнали, пока не дали. О, какой даунтаун. С утра в солнышке. Просто ляпута. В порту уже загрузились. Вот здесь весы сразу на out. Вон трак слева на in стоит. Заехать. А это выехать. И сразу вон там циферблат сверху показывает, сколько весит. Так что надо будет сейчас взвешаться. А то что-то 70 давит. Должно где-то 68 давить. То у нас где-то 1500 перевес получается на ася на траковске. Так, нам надо сейчас посмотреть переднюю ось и потом две оси сразу. Тогда отнимем передок от задней осей. Так, передок у нас 11160, запомнили? Никогда 12 тысяч невозможно взять на классике на передок. И все вместе у нас 42 160. Отнять 11 31, что ли? Что-то я не понял. Нормально, можно 34. А общий вес у нас 71 тысяча ровно. Кирики, ой, звук то, что надо. Классный котенок, а? Котенок рулит. Пошел по экспресске, а здесь даунтаун, сход забито все. Разгоняемся. Сейчас заходим под мосты, под фривей, потом в туннель. Вот он, еще один выход стоит.
трещит. Какой горняк, а? И главное, самое главное, что при разгоне оно уши не закладывает. На 6NZ я ставил свой резонатор, да? Резонатор. 24-инчовый. Потому что там реально уши глушат. А здесь нормально. Я довольный. Котенок двухтурбовый рулит по-любому. Как и демократы вот под мостом живут. Демократы вшивые. What a mess. What a mess. Сидит там, носу ковыряется. Это один мужик здесь живет.
Заехали покушать, зять, а тут такой красавец стоит. Чей это, интересно? Наверное, с котенком. А, нет, что-то красное светится под капотом. Каменюга 100%. Весь какой-то красный, непонятный. Контейнеры уже скинули в одном порту. Сейчас едем в другой порт. Вот там как раз был обед. Но пока они рассосутся после обеда. Я заехал, Subway купил. Так что сэндвич на нас для всех обеспечен. Еще и супчика взял. Ну а вдруг мало ли что. Чтоб никто голодным от дяди Боба не ушел. Все, погнали в порт. А там накормлю, так и быть. Еще и кока-колу взял. Ну, пепси не было. А кока, так как говорится, второй сорт пепси, понимаете, да? Может наоборот, не знаю. Мне по барабану. Главное, черная. Так, мужики и женщины. На первый у нас супчик. Быстренько супчика сейчас. С брокколи. Брокколи, кто любит? Просто обалденный суп. А горячий. Серега, привет тебе. Снапчат прислал. Серега, красавчик. Так, погнали дальше. Мы стоим вторые перед весами, пока мы это все дело кушаем. Сейчас весы проскочим. Ну а там, чтобы груз взять, то там еще долго придется стоять, то там мы сэндвича замочим. Сидим, наслаждаемся видосами. Даунтаун Сиэтл. Space Needle вдалеке. Вот она. Но у нас что? У нас сэндвич рулит. По-любому. Половину уже захавал. Пошел как дети в школу. Так что нормально. Всем приятного аппетита, а не приятных просмотров, да? Че, братва, загружаемся? Целый день хорошо покатались, 7 миль на галлон. С сороковочкой, да? Пока эту тяжелую двадцатку не зацепили. Вес, конечно, серьезный.
Она прыгает у нас 75, 65. Нет, 75. Да. Вес, конечно, сопротивляется. Так, что они тут у нас смотрят? Заехать не могут. Что это, Шеви? Шеви такому пропускал. Не могли поделить, у кого лучше название трака. Ну, Тойота по-любому рулит. Но Шеви не отстает. Шевролет Корвет на первом месте. Ну, по моей книге. Тойота Супра стала на второе место. С BMW связалась. Не с теми, короче, связалась. Все, что, я еду на парковочку. Fuel mileage уже начал падать, уже 6,9. Да, тяжелая двадцатка, это тяжелая двадцатка. Во-первых, она как парусник, сзади далеко стоит. А во-вторых, пока ее разгонишь, всю солярку сожжешь. Ну ничего, мы не жалуемся. Солярка у нас казенная. Шучу. Жена за нее платит. Жене говорю, хорошо, что ты работаешь. Хоть за мою солярку платишь. Кому-то ж надо за нее платить. Анкл Сэм не хочет. Приходит самому как-то выкручиваться. Наваливаем до дома. Дорожка люкс. Повороты, то что треба. Особенно с двадцаткой идти. Двадцатку аж наклонит. Мужики, вам не страшно в спалке? Мне самому иной раз страшно становится. Сейчас 55 миль в час, поворот скажу. Всегда спрашивает, какой расход на любом траке, на любом моторе. Зависит от груза, зависит от сопротивления ветра. Какой ветер, да, сильный, встречный, лобовой, там, сзади поддувает, тогда вообще экономно идешь, когда он тебя сам в задницу гонит. Всякое бывало. Встречный ветер такой попадается иногда, что просто 4 мили на галлон идешь, толкаешь ветер. Во-первых, тянешь 80 тысяч груженый идешь, и плюс еще ветер толкаешь. Так что зависит, все зависит. Значит, расход топлива у нас от 4 миль на галлон до 7 миль на галлон. Или, как сказать, если бобиком, да, или там с часами ехать, то вообще 10 миль на галлон. Или как вот он едет. Они всегда вот эти флатбедовцы, да, сейчас возят невидимку. Груз невидимка. Вот он как бы есть там, да? Просто его не видно. И вот он вот туда-сюда возит. Жалко, конечно, грузов мало. Хоть плачь. Ну вот, выцеганили еще один грузик на завтра. Все по локалу, ребят. По локалу — это значит по месту. Так что много здесь не заработаешь. Хоть и целый день крутишься, как белка в колесе. Пробка. Целый день сегодня пробка. До Эверита ехал 2 часа по пробкам. Сейчас до дома буду возвращаться. Еще 2 часа в пробке. Шучу, час. А может, 1,5 часа. Если авария, то все 2 часа. Тут не угадаешь. Впереди Nissan Sentra, West Virginia License Plate. Вот
что они делают на другой стороне Америки? Вест-Вирджиния, Западная Вирджиния, да? У меня сестра жила в Вирджинии. Теперь переехали в Южную Каролину. Но все равно одна сестра у меня еще осталась во Флориде. Так что будем во Флориду все равно кататься. Про Флориду мы не забываем. Самый четкий штат на планете. Ну, после Сочи, само собой разумеется.
Ну что, мужики, я вас услышал. Дядя Вова, прокати на контейнере, хотим посмотреть, как этот трак смотрится с контейнера. Ну, я надеюсь, там все пристегнуты были. Все, я запарковался. Если что, до следующего раза. Всем спасибо, всем пока. Матушка Ренир во всей красе. Да, горка выше туч. Все, я до дома монтировать кино. Еще раз всем спасибо. License plate прикольный. Доктор Эспития. С Калифорнии. Lexus RC. Что это значит? Так, народ. Помните, да, вчера показывал, что у меня уже в гараже места нету. А вы все заказываете и заказываете. Кромшоп мафия. Руляку взял. Опять Forever Sharp. Если кто не знал, ForeverSharp.com. Самые классные рули. Белый у меня, кстати, на него есть. Если что, мы на него белый будем перекидывать. Так, в больших коробках. Это у нас опять FiberTech. 6 инчей на 63 инча. Ух ты! Кто тут у нас бегает? Паучок маленький. Slipper panel full wrap. Поняли, да? Классно. Так, коробочка с рулем. Сразу написано thank you. 10% off. Кому надо, вот он код. FST Hanks. Используйте вот этот код. Это кто-то один из вас. Потому что он только действительно будет на один. Мне уже руля не надо. Тёме тоже руля не надо, кстати. Так что пользуйтесь, 10% off у вас будет. Что это такое? Gearhead Forever Sharp. Неужели это прям наклеечка на руль? Интересно, девки пляшут. Мне вот интересно, какой из них. Болтики маленькие. Какой из них пришел этот самый хаб? Как у него? Просто бомбическое сочетание. Не взял я хром. Первый у меня был хромированный. Второй у меня был алюминиевый. Вот на этом бело-синем. Алюминиевый шел этот. А хаб шел хромированный. Здесь я взял черный и красный. Так как дашборд, сама дашборд будет, наверное, черная. Да, не прикольно. Кто будет заказывать, короче, с этого Forever Sharp, то, оказывается, надо было заказывать вместе с Horn. Кнопки нема. Это у нас адаптер. Адаптер, да? К чему руль прикручивается. А самой кнопки нету. Вот дела, а. Думал, завтра руля поставлю. 6-2. Еще ждем. Не повезло. Ну да ладно, открыл я панельки. Помните, да, у меня были 8-инчевые на том. А на этот я заказал 6-инчевые. Будут поменьше. 6 инчи это вокруг сзади бака. 2 на спальник. И 2 получается. Это у нас под кабину. Прикольно. 6 инчи и все. Нормально будет. Просто белым цветом и все. Под цвет трака. Когда задних панелей не будет на спалке сзади, то панели лягут шикарно. Ну а теперь все. Опять всем спасибо. Пока.